Мы на месте. Мы приветствуем Павла, интересуемся, готов ли он к проверке доверия для нам свое биополе на период сеанса. Поверят, он показывает на воронку. А откуда она взялась, Павел? Не знает он. Сила моего намерения. Эта воронка выходит и отправляется в клетку-тюрьму. Она липкая какая-то изнутри. Выходит полностью до последней частички. Сканер, помоги и выдави. Остаточные энергии тоже летят в эту воронку. Готово. Выстраивает воронки канал к ответственному, если такого есть, он притягивается в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Демон есть. Так, какой демон? 14. Я не понял, демон, твое присутствие здесь. Объясни мне. Запускает воронку. Снижает вибрации. Как понизит, зайдет сам. Понятно. А почему ты это делаешь? У тебя есть повод для этого? Тебя кто-то призывал? Или там человек имеет такие вибрации, которые тебя притягивают? Или как мне это понять? Он ни на кого не настраивается конкретно. Он запускает, как Юлу, воронку. И она его притянула? И ждет, кто попадет в нее. И сколько у твоей воронки герц? 18. 18 герц. Ну и хорошо, демон. И как ему теперь избежать такой подключки? Объясни мне. Где ты его подловил? Не ловил специально. Почему именно к нему эта воронка притянулась? Этого я не знаю. Я запускаю, как Елу. С кем воронка подцепится, жду. Кусает она его. Это как рыбалка? Да. Интересно. Похоже. Хорошее сравнение. Получается так. Я бы охотой назвал. Ну, это одно и то же, в принципе. Хорошо. Даю команду сканеру на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Павла, под ногами 360 градусов вокруг него. На всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму, ответственные за эти подключки, воздействие энергии, притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Павла, находит все. Сколько ты находился с этой воронкой в его биополе, демон? Демону понравилось твое сравнение с рыбалкой. Он именно так себя вольготно чувствует, ждет, пока рыбку клюнет. Воронка. 2 дня. 2 дня. Мы такое видели у космических. Они тоже распыляют, кидают такое вещество. Но оно имеет неосторожность цепляться не только к людям, но и к животным. Поэтому... А чем мы хуже? У меня тоже пульт есть. Вот так и у вас уже технология. Ну, конечно. Я не говорю, что вы хуже. По мне так по степени вреда вы одинаковые. Может, даже космически чуть даже вас превосходит в чем-то. По цинизму, например. У нас разные задачи, разные вибрации. А как вы с ними вообще, с космическими, вообще сходитесь? Я вот не понимаю. Если у вас разные задачи, общие интересы? Ты же знаешь, как плюс с минусом сходится. Ну да, конечно. Хорошо, ждем окончания проверки сканером. Честно. Хорошо. Так, у тебя что-то еще осталось, кроме этой воронки, демон? Я вытянул твой сканер. Ну, такой у нас сканер. Хорошо, демон, тогда буду тебя отпускать на твои чистоту. Воронку отдай. Хорошо, я тебе отдам эту воронку, если ты дашь мне совет, как это рыбке избежать этой наживки твоей. Что ему нужно делать, чтобы подняться выше 18 Гц? Мне нужно решение. Дашь решение человеку, помощь, тогда мне никакой проблемы нет отдать тебе воронку. Меркаба пусть делает. Высоковибрационная. Вот. Отлично. Хорошо, демон. Готов уходить с воронкой? Да. Открывается внизу портал на чистоте демона 1, 2, 3, и демон со своей воронкой уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Павел, вот вам урок от демона. Насчет меркабы мы вам говорили, ставьте меркабу. Пересылали вам видео, как ее активировать в своем биополе, для того, чтобы она работала. Это ваша защита, как, в принципе, защита для всех душ во Вселенной. Так вроде ставил. Ну, видать, не до такой степени. Раз он ее не увидел, эта воронка вошла. Может, надо больше визуализировать. Скорее всего, надо было вам куратора об этом спросить. Ну, ладно. Хорошо, Павел, мы закончили вашу проверку. У нас остались ваши вопросы, 20 вопросов вашему куратору.
И сейчас мы будем делать запрос в энергоинформационном поле и приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Павла. Это мужчина. Снимаются маски и голограммы фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Павла. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Семь легких энергий в этой комнате. Приветствую вас. Мое имя Дионис. Очень рад встрече. Приветствуем вас, уважаемый Дионис. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили проверку, чуть раньше чистку Павла. У него много вопросов к вам. Он их записал. Будете ли вы так любезны, уважаемый Дионис, ответить на эти вопросы? Для легкости общения можете звать меня Дио. Дио, благодарю вас. Меня зовут Влад, как я сказал, и Вера. Тоже не так много. Я постараюсь ответить на все вопросы. Замечательно. Тогда мы начинаем с первого вопроса. Мое приветствие куратору от меня лично и дань искреннего уважения и почтения. Первый вопрос. Какого происхождения моя душа? Очень приятное вступление. Мне очень понравилось дань уважения и почтения. Мне смешно, потому что мы друзья. С ангельского уровня. Твоя душа ангельская, но относительно молодая. 8-й ангельский уровень. Благодарю вас. Можем идти дальше, или вы хотели добавить? А разве я не ответил на вопрос? Ответил, но я просто не знаю. Может, вы хотели продолжить свою мысль. Было бы хорошо, если вы ограничили, там, благодарю, или я закончил. Тогда я знаю, чтобы вас не перебивать. Все понял. Благодарю вас, Дионис. Хорошо, идем дальше. Второй вопрос. Какие у меня энергии, запятая, частота вибраций? А я так понимаю, здесь идет вопрос о цифрах. Да. Мы любим цифры. Я бы больше хотела рассказать про цвета. Пожалуйста. И про крылья. Не забывай, что у тебя они есть. Хотя они пока еще все прилеплены к твоей спине. Сколько бы ты ни закачивался энергиями, но никак ты их не можешь прочувствовать. А все потому, что ты ждешь эти энергии извне. И никак не хочешь активировать свои внутренние ресурсы. Можно говорить слова, произносить их и ждать чуда. Именно это ты делаешь. Тебе нужно направить свой взор внутрь себя, рассмотреть внимательно свои чакры, убедиться, где они находятся, каким они цветом, для чего они, изучить немножко свое строение тонких тел. Без этой информации ты будешь пустую призывать энергии и повышать вибрации, не понимая, что ты делаешь. Так вот, вернемся к ангельским энергиям. Ангельские энергии белого, приятного, слепящего света. Они очень чистые, легкие. Это твои родные энергии. Они находятся внутри тебя, создавая твое намерение, твой дух и твой стержень. Самое главное продвижение и дорога к изучению — это понимать свои энергии, чувствовать их, представлять внутри себя. Со временем ты научишься расширять их, наполняться ими, заправлять свои крылья, которые, я надеюсь, ты отлепишь в один момент. Так вот, ангельские энергии, они очень легкие. Заправляешься ты ими по своей нужде, я имею в виду от количества твоей усталости и внутреннего опустошения. Именно поэтому я начал с цвета и твоих чакр. Чтобы заправиться любой энергией, тебе нужно находиться в небольшом медитативном состоянии и убирать все мысли из головы. Начни с этих практик. Это очень трудно сделать в твоем случае, потому что ты очень приземлился. И земные блага и проблемы стали твоими насущными. Твоя задача — отодвинуться от них и разрастить
знания внутри чуточку больше, чтобы научиться принимать и понимать эти энергии. Так вот, ты можешь запрашивать 350, 370, 400, 420. Каждый ангел запрашивает по-разному. Это цифра в процентах количества энергии. Но без понимания и чувства этих цифр не будет никакого эффекта. Поэтому остановись на 350-370. Как я уже сказал, в медитативном состоянии постарайся увидеть, как эти энергии заходят в каждую твою чакру, наполняя ее, расширяясь и обволакивая твой внутренний ангельский стержень цветами: красным, оранжевым, желтым, зеленым, голубым, синим и фиолетовым, один за другим. Если энергии мало, заправляйся больше. Теперь дойдем до вибраций. 25 – это средние вибрации. Ты можешь их представлять как диски, раскручиваемые в каждой твоей чакре. Таким образом, ты поднимаешь вибрации чакр и защищаешь все твои тонкие тела от внешнего мира. Без понимания этого, без визуализации, любая цифра будет тебе непонятна. Вибрации мы считаем в герцах. Здесь я бы хотел упомянуть, что энергии и вибрации на Земле очень быстро тратятся и распыляются. Поэтому энергии на Земле остаются от 12 до 15. Вибрации и энергии остаются от 150 до 200%. Поэтому мы закачиваемся больше. Берем цифру 350-370, чтобы к вечеру мы сохраняли вибрации не ниже 12-15 Гц и энергии 150-200%. Надеюсь, я понятно объяснил. Благодарю. Благодарю вас за этот развернутый ответ, Дионис. В деталях добавить абсолютно нечего. Все самое важное вы объяснили. И просто с моей стороны слово «визуализация» так и напрашивается, как ключ к этому инструменту. Это надо все отслеживать, а не просто повторять эти слова. Это надо все визуализировать и чувствовать. Тогда это имеет силу, если вы позволите. Только так. Благодарю вас. Можем идти дальше. Третий вопрос. Конечно. Возраст моей души. Как я уже сказала, твоя душа относительно молодая. 19 тысяч лет. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Сколько раз воплощалась моя душа? Если мы говорим про планету Земля, твоя душа воплощалась 7 раз. Это 7-й. Благодарю вас. Пятый вопрос. Самое яркое и интересное мое воплощение. Дело в том, что я куратор на эту жизнь. И из 7 воплощений каждое воплощение было яркое и полезное для твоей души. Каждое воплощение несло определенный опыт, как позитивный, так и негативный. Мы можем назвать 7-е воплощение самым ярким, а можем 1-е, где твоя душа впервые научилась чувствовать и выражать эмоции в пространстве планеты Земля. Благодарю. Благодарю я вас. Следующий вопрос, 6-й. Программа в этом данном моем воплощении. Ну как же я тебе могу сказать твою программу? Во-первых, ты ангел с ветренными энергиями, чистыми и рассеивающими. А во-вторых, ты на планете Земля с выбором разных дорог и решений. Твоя программа может меняться каждый день. Но чтобы выбрать самый положительный и 100% продуктивную дорогу в жизни, я бы посоветовал тебе слушать свое сердце. Так как душа молодая, вокруг сердца много сомнений. Но это и есть твоя задача. Слушать сердце – дело действия. Слушать сердце – делать действия. Ты никогда не пожалеешь о сделанном, если ты послушаешь свое сердце. В
твоем случае тебе нужно понимать, что в основном ты слушаешь голос ума, так как ты проживаешь в материальном мире. Подсоедини, пожалуйста, сюда сердечную чакру. Какой бы выбор ни стоял перед тобой, в первую очередь слушай свое сердце. Тогда твоя душа останется чистым, и ты не пожалеешь о принятом решении. Благодарю. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Кармические долги и отработки. В скобках узлы. Сколько пройдено и сколько еще предстоит отработать? У тебя пройдено 2 кармических узла. Ты проходишь 3-й. Впереди еще 2. Благодарю. Благодарю вас. Идем дальше. Какие блоки и модели мышления тормозят и мешают моему духовному развитию? Материальная сторона. Как я уже сказал, ты очень приземлился. Это мешает твоему духовному развитию. Ты ждешь чуда извне, как я сказал выше. Постарайся, пожалуйста, активизировать твои внутренние возможности и знания, начиная с элементарных изучений чакр, их местоположения, визуализации цветов, поднятие вибраций, закачки энергии. Все это должно быть визуализировано и прочувствовано. Когда ты будешь понимать, что ты действительно закачался энергиями, а не просто говорить это и произносить слова и цифры, тогда можно сказать, что ты в начале пути. И придет следующий шаг развития. Благодарю. Благодарю вас. 9-й вопрос. Кем я был в прошлом воплощении души, когда и где? До воплощения на Земле ты отдыхал на ангельском уровне, составлял план действий, напитывался энергиями, изучал жизнь на Земле по опыту других душ. У нас есть экран, где мы можем просматривать разные ситуации на планете Земля. Какая-то память с прошлых воплощений в тебе осталась, но планета Земля меняется, ее экология меняется, флора и фауна. Можно сказать, что ты отдыхал на ангельском уровне перед воплощением. Тебе было приятно воплотиться на Земле, ты ждал этого воплощения. Но чтобы получить то, зачем ты пришел, то есть правильный опыт, осознание и рост души, ты должен помнить, кто ты, укреплять свое намерение и работать с душой, научиться слушать ее ответы, слушать свое сердце. Не просто переживания, а именно позитив. Даже если ты теряешь материальные блага, даже ты, если принимаешь решения не в пользу материальных благ, оставляй свою душу чистой, слушай свое сердце, и тебе откроется больше. Если принимаешь решение не в пользу материальных благ, оставляй свою душу чистой, слушай свое сердце, и тебе откроется больше. Счастье и позитив – вот что должно быть внутри тебя. Что бы ни случилось, твои вибрации не должны понижаться. Даже если грусть придет в твой дом и в твое сердце, твоя душа, она останется чистой и честной. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Дионис. Идем дальше. 10-й вопрос. У меня повторяются жизненные сценарии циклично. Меняются лишь имена и лица. Высока вероятность непроработки кармического урока с моей стороны. Я полагаю, ты говоришь про сегодняшнюю земную жизнь. Обрати внимание на свои реакции. Изменив их, ситуация поменяется. Не жди, что кто-то будет это делать. Возвращаемся опять к тебе и к твоему внутреннему состоянию. Когда ты отвечаешь одной и той же реакцией, естественно, все идет по кругу. Пока ты не начнешь меняться изнутри, менять свои реакции, менять свое отношение, осознавать и переходить на другой уровень понимания ситуации. Благодарю. И я благодарю вас, уважаемый Дионис.
Я перехожу к 11 вопросу. Я его не совсем понимаю, но, возможно, вы его лучше поймете. Имеются ли в моем роду неотработанные кармические долги, проклятия и прочий деструктив, которые должны будут отрабатывать мои потомки? Нет, не имеются. Твоя душа, она отвечает за свои поступки сама. Как и все души, в принципе. Пока не имеется, но ты можешь своим злым поведением наработать их, как и любая другая душа. Поэтому я тебе и говорю, оставайся честным и чистым. Благодарю. Мы еще не закончили с этим вопросом, он его разбил на два вопроса. Я читаю 12-й вопрос. Могу ли я закрыть их долги, чтобы потомкам не разгребать за предками или мной непройденные уроки? Я отвечу на это. Пожалуйста. Вопрос тем же ответом. Делая добрые дела, неся свой свет, осознавая свою чистоту и правильность поведения, слушая свое сердце, ты убираешь любые негативные, как ты говоришь, кармические действия и открываешь дорогу для себя и для своего будущего наработками доброты, чистоты, соответственно, происходит рост души. Благодарю. Благодарю вас. 13-й вопрос. Как мне еще можно помочь своей любимой женщине в борьбе с ее недугом, онкологией, для скорой победы? Только позитивом. Только позитивом, иронией, юмором, стержнем внутри. Не надо расплываться и становиться как лужа. Нужно владеть ситуацией. Идти по ситуации, той, которой ты не можешь изменить, нужно быть сильным и смелым внутри. Как я уже сказал, позитивом, настраивать на лучшее, а также согревать своей ангельской энергией. Я бы мог показать разные практики или поговорить о них, как выдавливание негатива, болезни, поднимание вибрации в чакре сердца, там, где болезнь. Высокие вибрации убивают негативные клетки и низкие вибрации. Но для этого тебе нужно быть сильным изнутри. Развивай свою силу, накапливай позитив, настраивайся на позитив и не спускай свои вибрации. Как я уже сказал, сила намерения. Ты сможешь стать рядом как достойный друг и партнер. В принципе, это два самых главных момента. Позитив, настройка на лучшее и позитивное. И второе – это ангельские энергии, которыми ты можешь обволакивать, согревать и успокаивать. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Дионис. Мы, кстати, давали ему технику выдавливания негатива. Точно так же мы показывали, как заправляться своими энергиями. И я спрашивал тонкую копию Павла. Павел говорит, что он это практикует, по его словам. Поэтому эта информация у него есть. Можем продвигаться дальше? Можем. 14-й вопрос. Какое влияние оказывает смена фамилии в моей судьбе и энергетическом плане? Если твой дух и сила намерений сильны внутри тебя, никакого. Благодарю. Какой замечательный, короткий и четкий ответ. Благодарю я вас. 15-й вопрос. На каком уровне или ступени находится мое высшее я? 8-й ангельский уровень и 10-й уровень высшего я. И 10-й высшее я. Благодарю вас. Следующий вопрос. 16-й. Мой вопрос, мой выбор. Путь духовного развития, быть в рядах воинов света. Правильно ли я понимаю свое предназначение вступить в сражение с интерферентами и деструктивом, нести добро осознанным людям? Или же у меня другая программа? Это прекрасно, но чтобы это делать, нужно быть осознанным самому, прорабатывать и накапливать энергии внутри себя, понимать, что ты делаешь, и чувствовать свое намерение, расширить границы, убрать свои планки. Только так ты сможешь нести добро и свой свет. Но сперва ты должен разжечь эту искру внутри себя. Без понимания внутреннего состояния ты не можешь дать ничего человечеству. Одного желания мало.
Нужно понимать, с какими силами ты собираешься воевать. А для этого нужно окрепнуть изнутри. Благодарю. Благодарю вас. 17-й вопрос. Прямая связь с тобой. Как это правильно осуществить и не путать эту связь с чем-то другим? К примеру, посылом своего разума, жизненного опыта и аналитики. Хорошо. Мы не работаем и не соединяемся силой разума. Намерение – да. Энергии – да. Визуализация – да. Медитативное состояние – это и есть пустота разума. Чтобы подключились другие сенсорные центры, третий глаз, разум же должен быть пуст. Мысли не должно быть. Анализ и ожидания не должно быть. Это то, о чем я говорил. Ты очень сильно приземлился. Твой разум засорен извне. Опустоши его. Только так ты сможешь понять мои знаки и соединяться со мной. Постарайся научиться медитировать и отпускать свои мысли. На Земле достаточно простых практик. Дыхательные упражнения, йога, смирение и много других возрастающих по силе развития и осознанности души. Я очень много сказал выше про то, что нужно слушать свое сердце. У тебя не должно быть хаоса в голове. В голове должно быть спокойствие, соединенное с сердечной чакрой. Только так канал будет настроен, и ты сможешь услышать мои ответы. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Дионис. 18-й вопрос. Во снах мне время от времени приходят подсказки по запросам. От кого они транслируются? Я могу сказать, что я с тобой связываюсь с знаками на Земле во время бодрствования, а не снах. Во снах ты можешь попадать в любое состояние, и любые цивилизации могут перехватывать, как ты говоришь, запросы. Я же стараюсь показать тебе свое присутствие тогда, когда ты проживаешь и принимаешь решения и ситуации на Земле. Мне это важно, обратить твое внимание на то, когда ты бодрствуешь. Как я уже сказал, чтобы твоя душа ожила и начала действовать в жизни на Земле, соединившись с твоим разумом. Материальная жизнь захватила тебя. Именно поэтому я стараюсь знаками направлять тебя, оживляя твой внутренний стержень. Ты нуждаешься в этих внутренних энергиях, чтобы стать сильней изнутри, сильней духом. Благодарю. Благодарю вас. Предпоследний, 19-й вопрос. Развитие интуиции. Что нужно проработать для ее совершенства? Твою интуицию я вижу как стержень внутри тебя, который соединяет ум и сердце, а также твое физическое тело. Подумай, что нужно для этого сделать. Я уже упомянул выше, какие практики нужно сделать по остановке ума. Подключи к этому физические упражнения, чтобы гармонизировать свое тело, ум и душу. Йога – прекрасное направление по балансировке всех трех компонентов. Самое доступное и приятное. Со временем ты научишься понимать то, о чем я говорю. Я объясню визуально. Представь свое физическое тело как нижняя красная чакра, которая находится в твоем копчике. Это энергетический центр и твое физическое тело. От него идет энергия к средней сердечной чакре, где находится твоя душа. Она зеленым цветом. Выше поднимается энергия
к твоей коронной чакре, космическому каналу и твоему разуму. Соедини все эти три чакры. Они должны быть развиты равномерно, соединены между собой. Только так ты достигаешь гармонии и баланса. Благодарю. И я благодарю вас, уважаемый Дионис. Последний 20-й вопрос в этом марафоне. Совет от куратора, что мне необходимо проработать и на чем сделать акцент для целостности и зрелости души, прогрессивного роста, гармонии и повышения вибрации энергии. Мне кажется, все, что вы до этого говорили, умещается в этом вопросе. Абсолютно все. А теперь дай мне твои руки. И я хочу, чтобы ты почувствовал вибрацию ангельских энергий. Я немного усилю ее. И твой свет, твоя искра будет разгораться и выходить постепенно за пределы твоих семи тел. Достаточно. Твои энергии активированы. Они внутри тебя, и они имеют огромную силу. Как ты будешь развивать их, зависит только от тебя. Я дал достаточно информации и главного смысла нахождения ангельской души на земле. Я благодарю вас за эту встречу. Уважаемый Дионис, у нас остались заключительные слова от Павла. Проявляю теплые сердечные слова благодарности в адрес куратора за его взаимодействие, поддержку, заботу и помощь. Это вам. Очень приятные слова. И еще остался один маленький нюанс, о котором в ангельском мире уже отлично знают. Каждому куратору, каждому учителю, который нас посещает в этой комнате диагностики, мы всегда делаем один определенный подарок. И в твоих руках, Верочка, появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешения уважаемого куратора Диониса, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его ответы сегодня, за его помощь и просто на добрые воспоминания. О да, я с радостью приму этот подарок. Я люблю подарки и от всего ангельского сердца благодарю вас за этот подарок. Своему подопечному я бы хотел напомнить об ангельских крыльях, ибо ангельских энергиях внутри него. Я бы хотел показать свои крылья. Как я сказал выше, научись отлеплять их. Для этого визуализируй, как ангельские энергии света заходят в твои крылья. Постарайся поднять их вверх. Постарайся укутать себя крыльями. В дальнейшем ты сможешь отделиться и, может быть, полетать. Пока достаточно будет просто помахать своему другу на прощание. Замечательно. Благодарим вас. Я говорю, до скорых встреч. Мы никогда не прощаемся. Возможно, мы еще встретимся, уважаемый Дионис. До скорых встреч. Остаемся на связи. Привет ангельскому миру от нас с Верой. Передавайте, пожалуйста. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся, как вы, до своего подопечного и будем готовы им помочь. Открыть эти двери, убрав все преграды, а в эти двери они пойдут уже сами. Благодарю за эту встречу. Благодарю и за подарок. Во благо. И всего вам наилучшего. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Павел, мы закончили встречу с вашим куратором Дионисом. Вы получили ответы на все свои вопросы. Я понял разницу между ответами и чувствами, которые я переполняюсь сейчас светом и энергией ангельского мира. Это очень приятно иметь крылья. Я научусь управлять ими. Никто не сомневается. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Павла в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Включайся от Павла.